Ребят, ну, в общем, приехали мы на защиту. Здесь у нас домик небольшой. 4 месяца здесь не были. Смотрите, все заросло. Давайте сейчас пройдем, посмотрим вообще, что там есть, что-то живое, нет. Пошли, Марин. Пойдемте. Ну, выходи. Толкай. В общем, трава выше головы. Ну ты это все вырвешь, да, если что? Да, конечно. Прямо, прямо. Да, да. В общем, уборка у тебя здесь будет. Дальше куда? Так, ребят, смотрите, дом вскрыт, да, туда. Посмотрим, замок висит, не висит, вроде что-то висит, сейчас попробуем открыть. Ребят, ну, в общем, проникли мы в дом, смотрите, печку разобрали, металл опять. Вытащили прям эту, сдернули. Плитку тоже украли. Раньше плитка была. Кровать на месте. Телевизор. А что с ним? Чего он так лежит? А его, может, кто-то дернул, и он упал. А ну подними его вообще. Можешь? Не, он тяжелый. Тяжелый? Да. Может, его просто сейчас вот так. Да, вот. Поставь его. Ну-ка. Вроде кинескоп целый. Ну, кто-то, наверное, лазил его по диету. Упал. Так. Ну вот примерно вот такое жилье, Марин. Но тут опять печки нету, видишь? Надо плиту покупать. Ребят, может быть, у кого-то есть плита лишняя. Либо кто-то поможет приобрести. Будем очень благодарны. Но как-то странно чисто здесь. Хорошо. Ну, хотя мы когда уезжали отсюда, здесь тоже всю чистоту навели. Но, тем не менее, видишь. Марин, пару слов. Что думаешь? Свет есть. Главное, что есть свет, есть крыша над головой и стены. Самое вот с плитой главное. Что-то нужно будет решать. А? С плитой что-то нужно будет решать. Да. Потому что без печки совсем никак, сейчас уже холодно будет. Да сейчас уже холодно. Что? Ну что, подойдет тебе такое жилье? Подойдет, конечно. Зато есть крыша. В общем, смотри, нужно будет все здесь просто почистить хорошо. Нет. И будем думать что-то по поводу плиты. Как, что здесь у нас? Вещи. Ладно, Марин, в общем, что тогда? Ты остаешься, да, сейчас здесь уже? Ну да. Потихоньку обосновываешься. Потихоньку, помаленьку. Что-то будем с плиткой решать. Да. У тебя вещи там остались какие-то? На твоей даче? Ну да, остались. Захочешь что-то забрать? А? Нужно будет что-то забрать? Ну да, надо будет забрать кое-что. Ну, хотя постельное, да, то все. Ну да. В общем, ребят, Марина будет с этого момента жить пока здесь. Дальше что-то будем думать. Надо с печкой помочь. Дрова, уголь. Впереди зима. Да, впереди. Ну что, скажем всем огромную благодарность. Да. Выразим. Спасибо всем неравнодушным, всем добрым людям. Огромное спасибо. Все, ребят, уже завтра сюда вновь приедем и будем дальше думать. Да. Все, всем пока. Спасибо. Так, ребят, ну мы приехали в столовую, посмотрели дом, приехали покормить. Будем наводить порядки. Наводить порядки? Чтоб все чисто было, да. Убирать траву, все. То есть уже и сегодня ты траву уберешь? Да, конечно. Блин, надо с печкой, да, что-то решать, вот это целая проблема. Да, с плитой надо решать, потому что печку надо уже купить, уже прохладно.
Ну, сегодня переночуешь, да? Завтра? Ну, сегодня, конечно, да. Еще терпение будет. Давай, приятного аппетита, кушай. Спасибо. Знаешь, вот опять вопросы задают про то, что про дом матери, про дом матери. Ну как вот, да, людям объяснить, что ты была там? Ну я вчера уже как бы объясняла людям. Пусть это видео до конца досмотрят, но я там ответила на все вопросы. Как бы раз объяснять я тоже не буду, почему я туда не ушла. Посмотрите видео вчерашнее, которое до конца, и все узнаете, почему я туда не попала. Там я все ясно и понятно объяснила. Знаешь, мне предлагают, вы, говорит, позвоните сами, свозите ее, съездите. Но зачем я? Если отказали, правильно, значит, если отказали. Я обратилась, вы как бы отклонили телефон к Алексею, значит, я уже испробовала все методы. И дом мамы, и кризисный центр, все. Слушай, Марина, ты не помнишь, рассказывала это? Ты даже как-то думала в этот, в бомб-центр, который на Белоусовке хотела? Да, приют для бездомных в Белоусовке. Я в интернете нашла номер телефона, два номера телефона, начала туда звонить. На первый номер я начала звонить, он отключенный, а на второй номер я так и не дозвонилась, просто не берут. То есть у тебя даже вот такая ситуация была, что безвыходно даже хоть туда поехать? Так что, даже да, я даже туда хотела, но там руки не берут, поэтому обратилась в благотворительный фонд. И спасибо неравнодушным и добрым людям, которые отвлекаются и помогают. Все, ребят, всем спасибо. На сегодня ролик будет закончен. Уже завтра мы приедем в гости к Марине в дом и посмотрим, как, что дальше будем делать. Всем хорошего дня.